Всем привет, дорогие друзья, с вами Сэм, сегодня я продолжаю проходить игру Хомосик. Итак, остановились на том, что мы должны включить правильно включатели, которые я был включил неправильно в прошлой части. Итак, положение выключить, это вот... Ой, ёлки. Вот здесь. Итак, начинаем еще раз, все сначала. Включаем С. Потом А, потом Б, потом С выключаем и включаем Э. И идем спать. И думаю, это уже будет финальная серия этой игры. Так, да. И лифт работает. Так, все, заходим. Так. Зашли мы в лифт. Типа. И наш сон оборвался. Ну и теперь идем туда. И что мы видим? Двери открыты. Все, и вот мы на новой локации. Ну и здесь логично нам нужно набрать опять воды. Ну, кто знает физику, ну и тому здесь будет легко. Этот уровень, на котором уже физики рулят. Тут нужно просто взять вот эти погрудники, или как это правильно называется, я точно не помню. И бросать просто вот так в воду. Здесь уровень воды будет подниматься. Поскольку по закону кожизнью тона... Нет. Какого Ньютона? Архимеда? Нет. Вроде Архимеда или кого? Я точно не помню. Сейчас попробую сформулировать. Объем вещества, вытесненного, равен объему засунутого в него тела как-то... Ну, что-то такое, но я сейчас не могу сформулировать его. Поскольку я опять вечером снимаю видео. И... Ну, короче, открою вам секрет. Я те видео снимаю в один вечер. И поэтому у меня и голова не вает. Если бы я бы снимал их завтра, например, думаю, я бы снял бы их, ну, нормально. А эти... Те видео я снимаю, ну, в один день, и башка не вает вообще. Ну, все. Теперь ложимся спать. Эта локация уже короткая, и это уже, по сути, финал игры. Так, ну и идем. И выламываем вот эти дверцы. А, нет, не эти, вот эти. Ну и вот мы можем выйти на улицу. Уже нас тут никто не жрет, скажем так. И можем посмотреть на это здание, в котором мы были. Вот такое оно выглядит. Страшно, правда? Так, ладно. Заходим вовнутрь, и вот здесь мы должны выломать дверь. Ну и подходим к зеркалу. Вот мы, собственно. А теперь смотрим.
вот какие мы сейчас выглядим. Ну и теперь это все объясняет, почему наш герой боится света. Вот опять газета. Почему наш герой боится... Вот, кстати, этот топор, с которым мы бегали во сне. Да, и вот почему наш герой боится света. Почему он один остался в этом здании. Он, по сути, уже умер. Это его призрак просто блуждает. На улицу вроде выйти нельзя, да. Ну и... Потому что он зевает. Логично, что нужно идти, чтобы он лег спать. Не, ну, раньше, конечно, красивое здание было. Но сейчас это уже, увы, не так. Ну и ложимся спать. Вот и все. Вот часть этого дома. И вот мы уже можем выйти вот сюда, погулять себе, осмотреть все. Вот часть этого дома, в котором мы были. Вот здесь дерево уже выросло. И все. И чистое поле. Похоже, мы попали в рай. Эти, опять же, те самые цветочки, деревья и бескрайнее поле. Вот конец, финал этой игры мне просто очень сильно нравится. Он просто божественный. Ну, я так, по крайней мере, считаю. Если считаете вы так же, то ставим лайки под видео. И комментируем, понятное дело. Ну и все, рисунок улетел. Впервые, как я проходил эту игру, я чуть в конце не расплакался. Реально. Ну и уже пошли титры, и в них, по сути, ничего интересного не будет. Ну и... Всем спасибо за просмотр, с вами был Сэм, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Следующую игру, которую я буду проходить, это будет Dear Esther. На русском это Дорогая Эстер. Ну и все, всем спасибо за просмотр, всем пока, до новых встреч. Ну и теперь придется мне ждать, пока закончатся эти субтитры, поскольку вдруг кому-то они будут интересны. Хотя я сомневаюсь, что такие люди есть, ну да ладно. Всем пока. Кстати, если кто-то заметил, средние строчки вот этих имен было упомянуто имя русского человека Андрей Гусарёв. Кто не видел, перекрутите и посмотрите внимательно. Средний... ряд имен. Во. Вот. И слева было тоже имя Сергей Мазаев. И похоже все с русскими именами. Да. Все. Вот и конец этой игрушки. Ну все. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем до новых встреч. Пока, удачи.